Экзотики ради, в голливудских блокбастерах непобедимый герой нередко использует метательное оружие. Такие эффектные киноэпизоды кажутся далекими от реальности, но оказывается, спецподразделения по всему миру и сегодня используют популярные в средневековье арбалеты. О них и пойдет речь в сегодняшнем видео от издания «Военное дело». В сборнике «Подготовка разведчика. Система спецназа ГРУ» в списке специального стрелкового оружия нашлось место и арбалету. А все потому, что современные модели по отдельным характеристикам превосходят стрелковое оружие. Главное – это малошумность. Даже лучшие образцы бесшумного огнестрельного оружия издают при выстреле характерный металлический щелчок. А арбалет из-за отсутствия соприкасающихся деталей из металла нет. Сегодня боевые арбалеты довольно легкие. Некоторые даже складываются. Многие оснащаются различными прицелами. Оптическими, коллиматорными, лазерными. Стрелы способны направленно доставлять зажигательные и дымовые снаряды. На расстоянии 50 или 100 метров боевой арбалет по показателю точность-кучность превосходит многие пулеметы. К тому же арбалет эффективнее при стрельбе в кевларовый бронежилет. Кажется, бесшумное огнестрельное оружие могло бы заставить снять арбалет с вооружения и отправить его в музей. Но в условиях нестандартных задач, которые приходится выполнять спецподразделениям, арбалет все еще сохраняет актуальность. Часто бойцам спецподразделений приходится действовать в нестандартных ситуациях, и арбалет приходит на помощь, когда нужно забраться на крышу, бесшумно снять наблюдателя или обезвредить бомбу. С помощью арбалета можно протянуть трос над ущельем или рекой. Без лишних усилий и без потери времени выстрелом из арбалета можно забросить антенну на здание или дерево. Хотя отечественный спецназ рассматривает арбалет лишь как вспомогательное средство, умение обращаться с ним входит в стандартную программу подготовки спецподразделений. Сейчас арбалет активно используют в перуанской армии. Каждому отделению пехотного подразделения армии Перу выдается по 3 арбалета, плюс 4 паракордовых троса длиной 300 метров каждый. При помощи такого набора перуанские бойцы прокладывают воздушные дороги для переброски отделения над ущельем. Использовали арбалет и бойцы британского спецназа при штурме иранского посольства в Лондоне в 1980 году. Также в ходе войны в Косово против солдат армии освобождения сербский спецназ использовал арбалеты Барнет. Летом 2009 года, во время беспорядков в китайском Урумчи, полиция для усмирения протестантов тоже использовала арбалеты. В качестве оправдания говорилось, что грозное средневековое оружие – одно из немногих, которое способно остановить человека со взрывчаткой без риска взрыва и гибели большого количества людей. Состоят арбалеты и на вооружении американского спецназа и полиции. По сей день это средневековое изобретение остается грозным и очень эффективным оружием.